Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридзи. Вот давно мы с вами не играли в проект восстановления. Давайте уже начнем поиграем в него. Сегодня так снова пролетел вертолет, и из него выпала бочка. Хорошо. Так, а выживший штаб благодарит тебя за то, что ты снова вышел на связь. Круто. Много денег мне, по-моему, дали, да? Обалдеть, сколько денег. Нифига себе. Это реально круто, мне очень много... А, нет, я думал 300 тысяч дали, блин, губу раскатал. Мне всего лишь дали 30 тысяч, ну, в принципе, тоже неплохо, это где-то голосов, я не знаю, сколько, 15, наверное. Так, нормально, губу, блин, раскатал 300. Так, а ядерная батарея давайте подберем. Так, что у нас тут есть, я уже подзабыл. Так, можно серу покупать. Довольно-таки так мило, забавно сделано. А можно тут много, можно много чего покупать. Чтобы не растеряться. Ух ты, это мы вниз спустились. Что-то у нас такое. Какие-то бочки. Давайте соберем. Из них всякие ништяки выпадают. Поздравляем, у меня четвертый уровень. Хорошо, давайте расскажем. Так, ты кто такой? Так, это его головоломка. Посмотри, что есть в этой консоли. Давайте посмотрим. Чтобы выдать тебе допуск к коридору бункера, мне нужно доказательство того, что жизнь на поверхности может быть восстановлена. Принеси мне хоть одно выжившее растение. Нужно найти выжившее растение. Ладно, понятно, давайте пока задание повыполняем. Так, мои сенсоры показывают, что у моей программы был сбой. Где-то на этом уровне есть техник, который может восстановить мою программу. Но чтобы пройти к нему, тебе понадобится допуск. Возьми его рядом с моей голограммой. В другом месте. А, ну ладно, давайте сейчас вот так сделаем. Так, ладно, не канает, следующее задание. Так, штаб готов выдать те дополнительные печати, если ты выполнишь простые задания. Рассказать об игре. Давайте расскажем об игре. Стань участником группы проекта. Хорошо, вступим в группу. Мы, кстати, не вступали. И заберем награду. Замечательно. Что там у нас следующее по заданию? Так, водные запасы. В этом мире вода один из самых ценных продуктов. Добывать ее очень сложно, но можно. Так, добывается она из загрязненных водоемов. Так, многократным путем очистки. Хорошо, установите гидростанцию возле водоема. Это я сделал? А, я пропустил задание. Твою же мать. Я не хотел пропускать. Отлично, поставили гидростанцию. Теперь можно добывать воду. Пойдемте добудем воду. Хотя, зачем роботу вода, я так подумал. Хотя, возможно, да, может быть, они какие-нибудь паровые. Ну, допустим, машина уже забивается вода. Вот. Возможно, у них такая же технология. Так. Теперь вы можете выращивать растения. Штаб прислал кукурузу. Люди могут употреблять ее в еду. Запаса кукурузы мало, но если ее посеять, то урожая будет достаточно. Ну, я не знаю, зачем роботам кукуруза. Так, давайте куст уберем. Нифига себе, очень долго его убирать. Очень-очень сложно с кустами бороться. А, только у нас один работает. Это все собирает. Так, понятно. Никак вырубить не может. Так, можно остановить робота. Что-то еще такое интересное. Так, а, играть, справка, сообщества. Где, кстати, настройки? А, так, склад. Можно посмотреть наш склад. Это все, что мы добыли. Это все, значит, есть. Можно просто урожай. Материалы, другое. Так, прикольно. Все сделано. В таком прикольном...
стиле, то есть, блин, круто прорисовано. Допустим, та же самая резина, кайфово сделана, на пластилин похоже. Так, хорошо. Так, растения тут всякие. Кукурузу можно выращивать. Это растение нужно выращивать в зоне действия, так, воздушного фильтра. Нужно сначала воздушный фильтр поставить. Ну, давайте поставим тут воздушный фильтр. Вот, и тут попробуем что-нибудь вырастить, допустим, ту же самую кукурузу. Так. Садим саженцы. А что, я тут не могу садить? Что-то мешает, ладно. Ну, поставим столько, сколько посадим. Смолянку, давайте смолянку посадим. А, ее можно хоть где садить. Давайте ее где-нибудь тут посадим. Так, что еще можно садить? Желейник можно посадить. Давайте поставим тут желейники, чтобы красивее было. Так, и глинку давайте посадим. Вот теперь у нас вообще красотень будет. Давайте купим немножко водички. Он изо рта, смотрите, ее капает, как слюна. Похудел, опять не хватит воды нам. Давайте еще возьмем, что еще опять купим. Так, заново идет поливать. Забавно. Так, готово. Посмотрим на процесс. Примените, так, пестицид для ускорения роста. Давайте используем. Отлично. Также на кукурузе можно. Блистательно. А соберите глинку. 4 глинки нужно собрать. Так, хорошо, а пестициды еще работают? Давайте это тоже все улучшим. Дорого стоит. Давайте заберем награду, хорошо. Также пшеницу соберем. Так, замечательно. Что там у нас дальше? Так, каменоломню. Постройте каменоломню, чтобы начать производство блоки, цемент, щебень и кирпичи. Также нужны для строительства. Каменоломню. Ну, где себе строить, кстати? У меня тут все занято, вся территория занята, я просто не знаю. Давайте тут построим каменоломню. Так, хорошо. Достроить каменоломню. Строить быстро, давайте быстро построим. И плюс еще ускорим. Соберем награду, вот наша каменоломня. Строить быстро можно, или 2 минуты будет производить. А, мне недостаточно, давайте быстро. Мы торопимся. Сейчас еще ускорим. Забираем награду. Так, а подземные ископаемые недра этой земли богаты на полезные минералы. Поставь шахту ископаемых для их добычи. Купи и установи шахту ископаемых. Шахту можно поставить только на полностью расчищенной территории. Нужен 7 уровень. А нет, не нужен. Что, мне на территорию сначала расчистить? Так, плохо. Так, убери сухие растения. Давайте уберем полностью. Но это не так-то просто, не так-то быстро.
Таким уже задача подназвал. Нифига себе, соломенное дерево, сильно долго его нужно будет расчищать, чтобы его полностью убрать. Так, постройки всякие тут можно делать. Так, есть декор. Ух ты. Забавно, коты. Я хочу такого. Давайте тут поставим коты. Ну, правда, у меня закончились вот эти штуки. Их можно покупать. 3 голоса 15. 7 голосов 45. Уберите полностью 2 камня. Сходи в гости к Бобу. Давайте зайдем к Бобу, как у него тут. Вот он сам Боб, фермер. Так, а что мне тут нужно делать вообще? Ну, зашел я к Бобу, и что? Ладно, самый главный факт, что мы сходили к Бобу. Теперь задание нажмите, чтобы посмотреть список заданий. Земля много лет спустя. А, земля много лет спустя, тут 116 заданий. Так, на привале. Тут 18 заданий, потом зона сбора. 11 заданий. Синтез растений. 43 задания. То есть тут много-много-много всяких вообще заданий. Научные пробы. Обалдеть. Допустим, так, неожиданные гости. Давно мы не принимали высоких гостей. Очень давно. Хорошо будет убедиться, что на верхах там... Так, на... В веренных нам территориях порядок и чистота. Давайте домой вернемся. Ну, вообще-то такая долгая, я так представляю, игрушка. Вот, которая тоже немало с вас голосов снимет. Допустим, за 100 голосов 1000 вот этих печатей. Я бы сказал, да, это печати. Вам хватит, мне кажется, надолго. Достижение. Ух ты, можно забрать награду, кстати. Пока... Вот это бы я забрал награду. Ух ты, еще 10, нифига себе. Энергию мы потом заберем. Ну, уже что-то. Так, 13 печати у нас есть. А, карта, можно на карту. Пустошь с 8 уровня только будет. У нас пока нету. Пустоши. Какой у меня, кстати, левел-то сейчас? Чтобы узнать. В данный момент какой у меня уровень-то? Что такое коллекции? Коллекция крышек, короче. Хейникин. Дав. Круто. Гиннис. Жигулевская атомная. Реклама такая. Я помню, в детстве мой друг коллекционировал крышки. Мне было очень интересно. Вот, посмотрите, он мне показывал. Там, короче, у него целый мешок был. И там куча-куча всяких разных крышек, очень даже интересных. Вот, я не знал, что вообще люди коллекционируют. Вот я от него первый раз узнал, что, оказывается, коллекционируют. Я даже тоже пытался что-то собирать, но у меня не получалось, я потом это дело забросил. Так, ну хотя я тоже коллекционер, я снимаю видео, и мне это нравится. По сути. Так, бесплатно можно крышки получить тут. Печати, точнее. Так, ну что ж, я, в принципе, просто хотел напомнить об игрушке, показать ее. Вот, это был проект восстановления, ребят, такая вот игрушка. Сами делайте выводы, играть вам или нет. Вот, я думаю, я попрощаюсь на сегодня с вами. С вами был Дэвид, ребят. Пишите в комментариях, ставьте палец вверх или вниз. Вот, и увидимся в следующих сериях. Всем до скорого, ребят. Пока-пока.